Вопрос, 30 секунд на командное обсуждение, ответ заносится в специальный бланк, и игра продолжается. Школьники округа участвуют в квизе, посвященном 93-летию со дня образования Московской области. Он проходит в молодежном центре «Точка притяжения», что на Акуловском шоссе. Московская область – это субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Но это не просто определенная территория на карте нашей страны. Для многих из нас это настоящая малая родина. Всего 3 раунда, в каждом по 10 вопросов о Московской области. Например, кто и в какой усадьбе написал «Девочку с персиками»? Какое старинное русское лакомство из яблок стало кулинарным брендом Коломны? И от какой сдобной булки пошло выражение «дойти до ручки»? Вопросы интересные, подчас каверзные. Каждый правильный ответ участникам в радость. Квиз – это не просто интеллектуальная игра типа «что, где, когда», а позитивное и веселое мероприятие, а еще нестандартная форма урока, который познакомил школьников Пушкинского с богатой историей округа и всего Подмосковья. Анна Пыльцина, Антон Рябов, Анна Белова. Новости Большого округа.